Привет! Февраль – самый холодный месяц в году, а у нас в это время начинаются дожди. Но год показал себя с теплой стороны, и я решила сходить в лес в поисках зимних грибов. По лесу гуляла недолго. Сначала грело солнышко и ходьба по горам. К обеду поднялся сильный ветер и стало холодно. Я приняла решение двигаться в сторону дома. Но потом начали попадаться разные неизвестные мне грибы, и азарт стал возвращаться. Какая красота в нашем зимнем лесу. Интересно, чей это след? Собаки или медведя? А вот и первый гриб. Не знаю, правда, съедобный. Ну да, он тут не один, тут два. Я думаю, он несъедобный. Иглица красная, вечно зеленая. Снова я пришла в лес одна. Решила перед отъездом сходить в лес в поисках фламулин и вешенок. Но кроме двух поганок и цветов я ничего не нашла. Вот еще какие-то грибы. А это что? Наверное, маленький. Или что это? Иуди на ухо похоже, но не оно. Короче, это точно несъедобный. Ой. Очень похож на иудино ухо. Но не буду брать. Стрёмные какие-то. И вот еще что-то за грибочки. Такой же я уже находила. А это, походу, опять еще остались с того года. Засохли. Что такая вот хрень. Какая пещерка. Можно халабуду построить. А вот я нашла иудино ухо. Малюпусенькое такое. А это похоже на дрожжалку. Может, она какого-то цвета стрёмного. Руки пересохли. И вот дрожжалка. А тут вот цветочки. Меня привлек такой яркий грибок. И вот еще. Похоже на вешенку. О, это вешенка! Я нашла вешенку! Прикольно, одну. А это, наверное, фламулины, потому что ножка-то темная. Вот еще. С черной ножкой. Фламулины, ура! Примула. Пролиски. А это вот я не знаю, что это такое за цветочек. Какой-то странный такой.
кавказский морозник. Уже вовсю цветет. А вот и нормальная дрожжалка. Вот сколько примулы. Прям вот вся красота. Какие хочешь. И вот еще какой-то. Ромашка желтая. Эти фламулины были очень мокрые, так как на днях лил сильный дождь с градом и росли возле ручейка. Пока донесла до дома, они немного потемнели, и я засомневалась в их съедобности. Тогда решила разломить один гриб пополам, и оттуда вылез червячок. Как правило, в ядовитых грибах черви не живут, к тому же определить фламулины можно по ее бархатистой темной ножке. А это вот маленькие зимние опята, росли на том же бревне. Дрожжалку взяла с собой, так как знаю, что она лекарственная. В народной медицине ее используют как общеукрепляющее, противовоспалительное и успокоительное средство. Это вешенки. Красивые, но мало. А это вот аурикулярия. Или, как ее еще называют, иудина ухо. Тоже забрала домой, чтобы показать мужу. В общем, червивые и дряблые грибочки выкину, а вешенки и маленькие фламулины помою и в морозилку. Приготовлю с остальными грибами, которые мы собирали осенью.